Всем привет! Сегодня масленица в Камрате. Вот решил вам показать, как ее у нас в Камрате будут сегодня отмечать. Büyük sevinmelikten söyleriz size hoş geldiniz yurtu yangısı adalı prost olmakla. Здравствуйте, дорогие гости. Добро пожаловать на наш концерт, посвященный Масленице. Масленица – древний праздник, оставшийся еще со времен языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Это недельный праздник проводов зимы и встречи весны. Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное значение. Круглые, румяные, горячие, они являлись собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Слово сказать, у нас сегодня будет проходить конкурс на самый большой блин. Все, кто умеет и способен готовить блины, приглашаем принять участие в данном конкурсе. Итак, дорогие друзья, масленица уже пришла, и по этому поводу у нас сегодня на нашей площади народное гуляние с песнями и танцами, с веселыми конкурсами, в которых, я надеюсь, вы примете непосредственное участие. О конкурсах и их условиях я расскажу чуть позже, так как пришло время открыть наше мероприятие. Масленица – это прощание с зимой и встреча весны, несущее оживление в природе и солнечное тепло. Люди всегда воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь, силы всему живому. Открывает нашу масленичную концертную программу образцовый оркестр «Чешмя», художественные руководители Наталья Тамайлы и Иван Метеогла. Встречайте! На сцене образцовый танцевальный коллектив «Алтынь Чешмя», села Кангас. Художественный руководитель Виктор Градинарь. Надеюсь, что видео показывает более-менее. Thank you.
комментировать видео не могу, потому что очень громкая музыка. Образцовый оркестр Чошме. Вряд ли меня будет слышно. Коллектив Алтын Чошме. Ваши аплодисменты. Но люди только начинают собираться. Слушай, как я понял, дорогие друзья, наше мероприятие проходит под патронатом президента Республики Молдова Игоря Додона и Башкана-Гагаузии Ирины Влах. Уважаемые гости и участники сегодняшнего праздника, приглашаем вас принять участие в спортивных состязаниях, которые проходят сегодня здесь, на центральной площади. Жинкири, призовой фонд 500 лев. Призовой фонд 1000 лев, с каждой стороны требуется по 5 человек. Не стесняемся, подходим к нашим представителям на площади и записываемся заранее. Также самых смелых приглашаем принять участие в шуточных состязаниях, прыжки в мешках и метание метлы. Победителей также ждут призы и подарки. Не упустите свой шанс прекрасно отдохнуть и повеселиться на нашем празднике. А нашу концертную программу продолжает лауреат различных музыкальных международных конкурсов Анна Драгу. Встречаем. Давайте посмотрим национальные посуду.
Попробуем сверху снять площадь Камрата. Прошу прощения, если видео иногда мутное, потому что я передвигаюсь, я снимаю онлайн-вещание. Через Facebook немножко качество ухудшается. Покажем немножко вам центр города. Сегодня действительно весенний день. Очень приятное даже настроение. Тепло так. То есть я вам сейчас даже покажу, как я одет. Видите? Очень легко. Светят фонарики. Сегодня очень жарко. Всем привет еще раз, всех с праздником! Вот так сейчас выглядит площадь. Я, правда, сцену не могу увидеть. Мне закрывает здание.
пока еще немного. Но я думаю, просто не все знают, что сегодня такое мероприятие в центре города. Но думаю, соберутся люди. У меня, например, вчера был двойной праздник. Не только женский, но и сын у меня 8 марта родился. Второй. Поэтому у меня в такой день всегда обычно собираются гости. Шашлык вчера делали, естественно. То есть целый день гуляли до поздней ночи. Так что думаю, что кто-то вчера тоже гулял, кроме меня. Поэтому люди, наверное, еще отдыхают. Ваши аплодисменты, наша юная звездочка Анна Драгу. Традиционно Масленица считается одним из самых веселых и долгожданных праздников в году. Как известно, начало празднования этого праздника ежегодно меняется, но при этом этот праздник всегда длится неделю, на протяжении которой принято устраивать гуляния, ходить по гостям и веселиться. А поможет нам сегодня веселиться инструментальный ансамбль Ясси Копенд, который уже у нас на сцене. Встречайте! Добрый день, уважаемые наши! Наша группа поздравляет каждого из вас с Масленицей. Желаем вам мира, добра, улыбок искренних и здоровья, конечно. Мы с Михаилом собрали музыкальный коллектив из молодых творческих ребят, инструменталистов. И наше поздравление первое будет инструментальным. Поехали, ребята! Thank you.
Пойду я к моим немножко, а то оставил их совсем один. Настюшка, Настюш, папина зайка. Что там, папин? Настюшка. Я завершаю свою трансляцию. Если я еще буду здесь, я засниму сжигание, как говорится, бабы.